Вы смотрите видео об отеле Alhavelli Vicens Spa Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Alhavelli Vicens Spa Resort расположен в стране Мальдивы в регионе Мальдивы и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 34 километра от аэропорта Г. Мале, на острове Алувели Южного Мале Атолла. Территория гостиницы занимает 800 метров x 300 квадратных метров. Элегантный отель, окруженный необитаемыми островами, расположен в 34 километрах от международного аэропорта Южный Мале Атолл. Трансфер до острова осуществляется на скоростном катере, 45 минут. На территории отеля имеется 4 ресторана 3 а-ля карт, 3 бара, 2 открытых бассейна, 1 теннисный корт с жестким покрытием, спа-центр, услуги врача, дайвинг-центр, прачечная, обслуживание номеров, интернет-кафе платно, Wi-Fi, в номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, центральное кондиционирование, или кондиционер сплит, мини-бар платно, набор для приготовления чая и кофе, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, телефон, DVD-проигрыватель, балкон или терраса, Wi-Fi платно, детская кровать по запросу, 2 бутылки воды в день бесплатно, номерной фонд отеля состоит из 84 Deluxe Rooms, 50 квадратных метров, 2 взрослый, плюс 2 ребенок, или 3 взрослый, двухэтажные коттеджи, сгруппированные в блоке по 4 номера, 8 Beach Villas, 84 квадратных метра, спальня с гостиной зоной, ванная комната открытого типа, терраса, открытый авильон, максимум 3 человек, отдельно стоящие виллы, непосредственно на пляже, 6 Family Villas, 100 квадратных метров, максимум 4 плюс 2 человек, 2 совмещенных номера Deluxe Rooms, 1 или 2 этаж, 21 Deluxe Water Villas, 63 квадратных метра спальни с гостиной зоной, ванная комната, ванна, набор для приготовления чая и кофе, терраса с зоной отдыха, прямой выход в океан, максимум 3 человек, отдельно стоящие водные виллы, 13 Jacuzzi Water Villas, 81 квадратный метр, спальня с гостиной зоной, терраса, зона отдыха, джакузи, прямой выход в океан, максимум 3 человек, отдельно стоящие водные виллы, 19 Sunset Jacuzzi Water Villas, 81 квадратный метр, спальня с гостиной зоной, терраса, зона отдыха, джакузи, прямой выход в океан, максимум 3 человек, отдельно стоящие водные виллы, 5 Honeymoon Water Villas, 123 квадратных метра, спальня, гостиная, джакузи, сауна, прямой выход в океан, максимум 3 человек, отдельно стоящие водные виллы, 2 Presidential Water Suites, 270 м 2,2 спальни, гостиная, американская кухня, ванная комната, ванная и душ, двухуровневая терраса, бассейн, джакузи, прямой выход в океан, максимум 4 человек, отдельно стоящие водные виллы. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть The Sun Spa 6 павильонов, аюрведа, сауна, джакузи, релакс-зона, салон красоты, спа-бутик, тренажерный зал, теннисный корт, бильярд, настольный теннис, волейбол, бадминтон, дайвинг-пади-центр, снорклинг, кайтсерфинг, парасейлинг, гидроциклы, рыбалка, круизы, экскурсии. Также бесплатно доступны фитнес-центр, бильярд, теннисный корт, освещение теннисного корта, теннисные мячи и ракетки, настольный теннис, бадминтон, дартс, пляжный волейбол, дискотека, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется дайвинг, водные виды спорта. Для детей есть один открытый бассейн, детская площадка, услуги няни платно, в ресторане детское кресло, песчаный протяженностью 1,5 километра, домашний риф в 50 метрах от берега. Год постройки гостиницы – 2005. Год, когда был сделан последний ремонт – 2001. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.